Всем привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, и мы отправляемся в небольшое путешествие в пещеру Дим, которая находится в 11 километрах от центра Алании. Айхан, not listen. Как дела? Нормально. Нормально? Да. Куда едешь? Что это такое? Испачкался. Крем? Почитай. В общем, мы туда едем. Дорога туда очень интересная, по горам, по извилистой местности. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь, обязательно ставьте пальчики вверх, скачивайте наше приложение, потому что в приложении есть эта пещера. В описании будет ссылка. Ну что, а мы погнали? Погнали! Погнали! Дорога, по которой мы сейчас едем, также ведет к Аланийскому университету, который называется Агденис. Агденис университет Алайтина Кейкубата. В университете сейчас 8 факультетов, и университет активно расширяется. В университете около 300 иностранных студентов, и к концу года они планируют увеличить это число до 4000. Вот в таких вот живописных, в таком живописном окружении расположен университет Алании. Доехали вот по такой живописной дороге, мы уже доехали до пещеры. Егор, как тебе дорога? Дорога? Ну, обычно дорога нормальная. Ну, красиво же. Ну, да. Айхан, насыл ел зорму? Долго взяли, я почитал. Да, дорога очень хорошая, поэтому сюда, в принципе, можно добраться только своим ходом. Автобусы сюда не ходят, поэтому на машине, на мопеде, на велосипеде тоже можно, у кого хорошее здоровье. Ну, или с туром можно сюда доехать. Давайте покажу вам, что здесь есть интересного, территорию, и потом мы уже пойдем в пещеру. Здесь есть вот такое вот кафе наверху. Отсюда открываются очень красивые виды на реку Димы. Чтобы добраться в пещеру, нужно подняться вот по этой лестнице на самый верх. На входе в пещеру вот здесь есть небольшая информация и карта пещеры. Вот вы видите вход, и далее идет пещера до озера. Также здесь сказано, что длина пещеры составляет 360 метров, высота 10-15 метров. Пещера находится на высоте 232 метра над уровнем моря и одна из самых больших пещер в Европе. Пещера была обнаружена в 1986 году. В 1990 году пещера была названа натуральным заповедником и охраняется Министерство культуры и природы Турции. Также пещера Дим – это первая пещера в Турции, которая была открыта для публики. И в 1997 году, как я уже говорила, была проложена дорога до пещеры, и она была открыта для публики в 1998 году. Длина пещеры составляет 320 метров, одна из самых больших пещер в Европе. Посмотри отсюда, какой вид классно открывается, да? А мы приближаемся к пещере. Попробуем поснимать там. Ну, там достаточно темно, но я думаю, что с фонариками получится.
А? Да получится. Получится. Ну тогда включим фонарики. Вход в пещеру. На входе в пещеру есть вот такая вот касса. Потому что эта пещера, несмотря на то, что государственная, ее арендует частная фирма. Здесь вот такие вот магазинчики со всякими сувенирами, магнитами, с турецкой керамикой. И вот здесь вот прям здесь находится касса. Билет. Смотрите. Открыто каждый день с 9 до 7 часов. Цена билета. Один человек 15 лир. Давай спускайся. Я потом внутри надену чехол. Егор, как тебе, прохладно тогда? Ну-ка, слушай, расскажи первое ощущение, пока я чехол на камеру не надела от влаги. Ну что, не прохладно, пока не очень влажно, значит, посмотрим, что будет дальше. Да. Друзья, я сейчас надену чехол на камеру, и вы вместе с нами наслаждайтесь красивыми видами этой пещеры. В конце пещеры, в конце 320 метров, есть очень красивое озеро, поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Пещерка. Ну, прикольно, красиво там, да. А вода? Да, озеро вообще просто. Озеро, да. Бомбическое. Да. В таком еще красивом лесу все это дело.
Вот там, кстати, Динчай, со смотровой площадки там видно. Но после пещеры на улице, как в сауну вышел, скажи же, там такая влажность, просто нереальная влажность. Но здесь, конечно, красиво. Отсюда открывается, вот видите, какой красивый вид на горы, также на Динчай. Сейчас посмотрим, будет видно или нет. Виден Динчай? О, все видно, смотри, да? Все кажется таким малепусеньким отсюда. А вон тоннель какой-то. А, это новую дорогу они построили. И тоннель. А дамба где? Дамбы не видно отсюда, да? А? А дамба, дамба за горами. Еще здесь есть вот такая вот кафешка. Хан сидит в кафешке, он с нами не ходил. Сидит, пьет чай. Сейчас, ну, с кафешки, конечно, ветер нереально просто сильный. Айхан, как всегда, в телефоне? Где он? Вон он сидит. Посмотрите, какой классный вид отсюда на Аланию. Обалдеть. Айхан сидит у нас в телефоне. Сейчас мы его подловим. Что делаешь? Димара nasıl güzel mi? Sence? Enteresan. Ve çok uzun. Uzun ve şey. Nemli. Oradan çıkıyorsun sağlıcak. Evet. Вот так вот, друзья, выглядит. Beğendiniz mi? Да, вот так вот выглядит пещера Дим. Сейчас мы поедем обратно и в одно из кафешек поедим вкусный турецкий гözleme или пиле. Пишем, в общем, по дороге. Кстати, пишите в комментариях, как вам пещера. Егор, как тебе пещера? Понравилось? Пещера. Ладно. Ну, я еще доперегрелась, одно и то же спрашиваю. В общем, мы допиваем чай и едем обратно вниз. Посмотрели, думаю, еще годик сюда не приедем. Поэтому, когда вы будете в Алане, обязательно приезжайте в пещеру. Там можно пофоткаться, погулять, посмотреть, как растут сталактиты. Кстати, на лестнице уже на бетонной мы обнаружили сталактит новый, да, Егор? Прям на бетоне он начал. Сталагнит. Ну, сталагнит. Сталактит сверху, да? Сталагнит. Сталагнит снизу. В общем, мы возвращаемся обратно в город и поедем кушать вкусные пиде. Вот еще один друг. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, приезжайте в пещеру Дим. В описании есть ссылка, где она находится, на Play Market. И поедем дальше. Эдвард, ты очень голодный? Очень. И злой? Нет, что я злой был? Да вечно ты со своей камерой лезешь, есть не даешь спокойно. Так а ты... Попараться, блин. Ты Нет, ты кушай. Ты кушай, я просто тебя снимаю. Ты любишь такой хлеб, кстати? Да. Ну, такой покупать, а не в магазине. А его не подают? Блин, горячий. Он прямо из печки? А ты любишь кушать с этими приправками? Не приправами, а с этими. Покажи, кстати, что там в этой самой. Я не знаю, что это. Так не видно, наклони чуть-чуть. Острая, да, такая штучка?
тут такая острая штучка, а тут йогурт. И вот такой вот хлебушек вкусняцкий. Сейчас я тоже попробую, пока мы ждем основное блюдо. Ну что, друзья, снимаю я сейчас уже не на камеру, а на телефон, потому что села камера. Вот мы опять в нашей любимой кафешке, заказали пиде. Кстати, обязательно пишите, если вы любите пиде. Мы любим вот такой вот пиде с мясом и с сыром, оно у нас, да? Я в разных местах его пробовал, кстати, ну реально здесь самое вкусное. Да, здесь самое вкусное, это правда. Мы проголодались, сейчас будем кушать. Ну, а мы надеемся, что наше сегодняшнее приключение вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, обязательно комментируйте, задавайте вопросы. Скачивайте приложение. Скачивайте приложение, ну и, конечно же, приезжайте в Аланию. Всем всего хорошего. Увидимся на выпусках. Пока. Пока-пока. Всем пока-пока.